Не знаю, почему мне кажутся эти цифры важными. Но, наверное, как оправдание столь некачественной съемки. Так, все, отошел. Не видно, конечно, никаких ледников. Когда Марс в зените, получилось у меня на рассвете снимать уже на светлом утреннем небе. Видно, что Марс встает как раз вверх, карабкается. Получалось снимать так, что было видно на Южном полюсе пятно белое ледников. Есть там видеозаписи на канале. Ну, в принципе, господи, можно все посмотреть, картинки, фотографии со спутника. Но меня лично поражает способность современной техники. Я фотоаппаратом, не телескопом, беру и снимаю кольца Сатурна. Спутники Юпитера. Ну и это как бы фотоаппарат не за миллион купленный. Вполне себе доступная цена. При желании может себе позволить практически каждый. Так. Аристарх. С него начали и на нем, наверное, закончим. Это дубль, по крайней мере. Так. 22-28 по Киеву, в Харькове, 2 сентября 2000, ой, какой ветер, 20-го года, полнолуние. Ну, что, по-моему, очевидно. Красотень.